Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Тени Гладиаторс. Так, и, пожалуй, ну, естественно, будем продолжать, у нас сейчас должны быть призы, бесплатные, халявные, 5000 монет. Так, сегодня мы получаем еще 5 алмазиков, естественно. Так, и давайте посмотрим, что же нам выпадет из этих сундучков, которые будут нам даваться бесплатно. Что там за достижение? Море Power. Отлично, 3000 экспы мне дали. И ядрить тебя на корень. Ребята, легендарный шлем на 44 уровень. Опупеть. Давай посмотрим, что с этого. Ну, ребят, с этого, конечно же, ничего особенного нам ждать не приходится. Ну, что такое-то, я не пойму. Бесплатно нажимаю. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Как всегда, ребята, нету, блин, подключения. Как же меня эта интернет-связь достала уже, а? Вот серьезно вам говорю. Так, ну что же, да... зачем я вот эту бочку взял? Дурила. Понятно. Так, ну что, ребят, в принципе, все прекрасно ясно. И нам пора с вами отправляться в путь-дорожку. Блин, 51 уровень впереди, ребята, 51, черт его возьми, уровень. Ух. И у нас тут Фалорекс. Ах, была не была. Накажу, накажу я этого Фалорекса. Буду его сейчас, ребята. На! А это у нас, ребятушки, да, это у нас ассасинчик. Или нет? Нет, это, ребята, нет, ассасин все-таки, а? Любитель подкрадываться сзади. Да-да-да, именно он. На! Говнюк, тихо-тихо. Ты посмотри, что, ну вот... Как всегда, ребят, как всегда в своем репертуаре, а? Получи, распишись, гаденыш. Я ведь все равно тебя ухоркаю, я ведь все равно тебя уделаю. Да-да-да-да-да, чтоб ты там не плясал, чтоб там не делал. Дай-ка я отойду. Оп, промахнулись, ребята, промахнулись, к сожалению. Да на ты, на ты, на ты. Опа, добивочный, ребят, добивочный. Есть, две звезды. Это уже хорошо, ребят. Это уже просто солидно. Ух, так, до уровня нам еще далеко, как до Китая раком. Ну, а мы с вами открываем 52-й этап. Что тут такое? Да, это, конечно, все хорошо, но, извините, денежек пока нету. А даже если и были бы, все равно пока попробую своими силами. И у нас тут Даррел, да, новый чувачок с копьем. Поэтому, нет, пока никаких бонусов мне не надо. Давайте пробовать. Хопа, сразу же, ребята. Ага. Ай-ка, ты будешь потом как-нибудь. Ты посмотри, что он делает. Да ты... Слушай, ты не припухли, а, братюня? Да чтоб ты... Ребят, просто не дает подойти, вы представляете? Просто не дает подойти. Да на... Ай-яй-яй-яй-яй, промахнулись мы. Промахнулись. А если я так, хопа? Ха-ха. Слушайте, ребята, у меня... Я тут радуюсь, у меня здоровья-то не так уж и много. Ой, попал. Слушайте, надо что-то делать, срочно. Да ты заколебал уже. Да, никак я не думал, что вот так вот все, ребята, у нас выйдет. Печально для меня, блин, естественно. Сейчас он меня, по-моему, победит. Нет? Ребят, я его накумарил. Ну, вы посмотрите, у меня всего лишь 2000 хп осталось. Это буквально на один удар его. Не ожидал, конечно, что копейщик окажется таким вот мощным. Хорошо. Так, бесплатная башня выживания. Естественно, ребята, я побегу на нее, потому что здесь дают нам и кристаллы. Да много чего дают. Так, ну что же. Первый вражина должен быть, как всегда, легким, хотел сказать. Ну да, в принципе, легкий, ватный. Я его должен разобрать. Быстренько причем. Да иди ты от меня, отстань ты. Как меня бесят, ребята, вот эти вот охламоны, которые могут телепортировать. Они все практически находятся вот именно под этим вот суперударом, ребята. За спину, за спину. Ты посмотри, что происходит здесь. Ты только посмотри, а. Все, абсолютно все. Да, еще мне не хватало здесь копейщика вот этого вот. Ага, который уже метает там копья свои. Да где он там, я не вижу его здоровья. Точнее, здоровье я его вижу, я его самого не вижу, где он там находится. На тебе молнию. Что, One? Что, One? Так, 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 так. Мы будем его наказывать или нет? Или будем так стоять, прохлаждаться, блин, жизнью?
Да как ты так делаешь-то, а? Чудила ты мелкая. Оу, промахнулся. Да чтоб тебя... Нет, 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 нет. Оу, тут уже... Ну, да, ребят, здоровья у меня очень мало. Проиграл, к сожалению, проиграл. Причем довольно быстро, я считаю. Так, 40 гемов. Получаю 39 уровень. Да, 4 врага всего лишь я успел подбить. Хреновенько. Так, давайте что-нибудь с вами выучим. Я не знаю, я, ребят, решил, наверное, восстановить. Пополнить все здоровье себе. 53 уровень, даже боюсь. Так, Пигер у нас здесь. Он 36 уровня. Так, и у него 3330 мощей. А здоровье-то сколько? 124 тысячи против моих, блин, 62. Да. Так, что ты там орешь, я не понял. Ты пари мне еще. Опа! Оп-хоп-хоп-хоп. А если я так же? Отходим, ребят, отходим. Ага, теперь я. Я не могу понять, кто меня травит. Неужели этот говнюк меня постоянно травит, а? Ты достал уже! Эй! Хмырь! Сейчас будет стопудово делать. Ага, хотел сделать. Да не тут-то было. Слушай, ребята, а вот это я считаю уже читерство. Как он может два раза подряд за короткий промежуток времени использовать свой суперудар? Как? Кто мне это скажет? Слушайте, а неплохо было бы, ребята, прокачать удар молнии по полной программе. Вы представляете, да? Я бы его активировал, прыгал бы просто-напросто вокруг врага, и он бы получал офигенный дамаг. Слушайте, стоит об этом подумать. Так, сюда нас не впустили, да? Сказали, хрен тебе, да? На всю морду. Не получишь сундука. Блин, а впереди у нас, ребята, корячится Колизей после 54 уровня. И, как вы полагаете, туда идти без шмоток? Ну, просто нет смысла. Ладно, я посмотрю, что у нас тут на 54 уровне. Гарлакс нас встречает, 37 левела он. И сколько у него? 106 тысяч. Почему там мало здоровья? Ладно, посмотрим. Ага. Так, 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 так. Нет, 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 не надо мне... Что, что, что? Да... Как меня этот ураган раздражает, а, ребят? Если вы только знали. Ой, даже не докатился до него. Ё-моё. На, на, на. И... Как он станет-то меня? Не могу понять. Валяется, главное, и станет, и чё? Давай, 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 давай. Хопа. Не прокатило твой... Блин, вертушка. На. Так, надо от него нафиг подальше держаться. Чувствую, сейчас будет... Нет, не стал почему-то делать. Я рассчитывал на его, на этот. Но он почему-то... Не... Вот, сейчас будет. Пролетели. Фу. На. Да, конечно, ага. Аркает мне здесь. Аркает. Ну, где там твой суперудар? Чё ты не делаешь-то? Блин, не про этот я хотел, я... Думал про ураганчик, про свой. Ну, во-во-во-во-во-во-во-во. Хе-хе-хе! Накололи дуралея! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Пару ударов! На... Блин! Да чтоб тебя... Будем его наказывать или нет сегодня, а? Да. Наказали. Хорошо, этого мы прошли, Гарлакса. Блин, а дальше-то как быть, а? Как быть дальше, если у нас Колизей, ребят, открывается с вами? Хо-хо-хо. Слушайте, ну я хочу вот этот сундук взять. Я его просто-напросто хочу взять. Но и босса надо обязательно тоже посмотреть. Поехали, посмотрим. Самурай, честь дороже жизни. Блин. Ну, сколько? 284 тысячи хп. Екаломане. Ребят, давайте хотя бы посмотрим, что это за фрукт такой, с чем его едят. Так, ёпарасоте. Да что он там делает, я не могу понять. Что-то делает. Ага, ну понял, копье свое бросает. Ага, вот так вот, значит, да? Что-то у меня аж... Ребята, игра аж залагала, блин. Не, серьезно говорю, игра залагала. Да отвали ты от меня. Слушай, да ты достал уже, эй! Не слишком ли ты часто тут употребляешь, блин? Свои броски, все полагаю.
твою дивизию, а? Ну, я не знаю, ребят, как с этим говнарем можно вообще тут сразиться. На. Будешь ты прыгать сегодня или нет, блин? Ну, блин, да что ж такое-то, а? Фух. Фу-ху-ху-ху-ху. Да. Ну, какой-то просто нереальный, ребята, босс, если честно. Просто бомбит, не по-детски. Это говорит только об одном, что нам надо либо раскачиваться, ребята, либо раскачиваться, либо менять себе полностью вооружение, блин. 147 хп у него, 1000, естественно. Нужен совет, мне не нужен никакой совет, я без советчиков разберусь, что мне здесь нужно сделать. Во-первых, мне нужен вот этот сундук, какой тут сундук? Вот этот вот сундук, это во-первых. Для того, чтобы получить этот сундук, мне нужно, ребята, здесь дофига чего пройти. И опять же на 3 звезды. Вот этот я уровень почему не могу пройти, а? Потому что здесь поганый ассасин, так ведь? Ой, а у меня энергии мало, ребята. О-оу, о-оу. А если энергии мало, это что значит? Ничего хорошего это не значит, ребят. Блин. Давайте попробуем. Попробуем его одолеть, этого ассасина. Если мы его пройдем, я надеюсь, нам сразу же, как сказать вам, дадут уровень. Будем на это надеяться. А раз нам дадут уровень, соответственно, у меня вся энергия восстановится. Так, отходим, отходим, отходим. А хотя фиг ли от них, от него отходить, ребята, нет смысла. Мы же это прекрасно знаем. На. Да какие тут нафиг 3 звезды, я не понимаю вообще. Ты смотри, что он делает, а. Ну. Черт подери. Ну не хватает вот совсем чуть-чуть, ребята. Не хватает и все, и хоть ты что делай. Да понятное дело, что победа. Но 2 звезды меня не устраивают. И энергия закончилась, так? Так, что нам нужно для того, чтобы восполнить энергию? Да нет, я имею в виду, чтобы восполнить. Сражаться. Сколько попросит? 7. Ладно, 7 я могу, ребят, себе позволить. Поехали. Я все равно накажу его. Во что бы то ни стало, ребят. Ладно, даже сделаем так, 25% опыта. Хрен с ним, за рекламу. Ну что же, ребята, сейчас я его стопудово должен нагнуть. Посмотрим. Да ядрено во что ты достал же, а? Так, 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 оп. Врубаем молнии. Прописываем. И бомбим, 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 бомбим. На, гад. Ребята, все в наших руках, как видите. 3 звезды нам обеспечено. И поэтому сейчас, наверное, еще и уровень получим, да? Или нет? Сейчас посмотрим. Нет, уровень мы, к сожалению, еще не получили. Ну, тогда давайте дальше высматривать, где нам еще можно заработать 3 звездочки. Мы можем заработать, попробовать, по крайней мере, на Колизее. Но я почему-то сомневаюсь, что мы можем с вами пройти этого босса. Я уже даже не помню здесь. Ах, ворона. Ну, давайте попробуем на 20%, как говорится, 25% к урону. Попробуем его завалить. Ну, как говорится, была, не была. Поехали. Оу, сразу же этот гаденыш увернулся от меня, сразу же. Так, подожди, подожди, не надо тут. Так, он оглушает, да? Он оглушает. Да чтоб тебя, ты посмотри, что он делает. Ну, он тоже промахивается, ребят. Он тоже промахивается. Да иди ты со своими бомбочками, достал ты уже. Слушай, ребят, как-то хреново мы с вами идем, если честно. Может быть, действительно мне потом как-нибудь регенерацию прокачать и бомбить уже их вот за счет нее. Подожди, подожди, ребята, есть шанс. Или нету? По-моему, есть. Маленький шансик, но все-таки есть, ребят. Да чтоб тебе, блин! Так все шло хорошо, а? И на тебе, блин. Еще хуже, ребята, по-моему, мы сыграли, чем бы я мог. Начал тут возле него лебезить. Думал отхилиться. Хрен, не получилось, ребят. Ну да, понятное дело. Уровень-то получаем, нет? Да это понятно, это мы уже смотрели. Не хочу я даже смотреть на это. До уровня нам еще
чуть-чуть буквально хватает. Ну что ж, попробуем тогда вот здесь. Вот здесь у нас Rooted X. Поехали, я попробую его все-таки. Тем более у него не так много здоровья, и он мечник, так же, как и мы, в принципе, должны с ними справиться, мы, ребят. Так. Мне кажется, тут нужно, ребят, очень хорошо прокачать свои суперудары. Жизнь, как говорится, жизнью, но суперудары — это наши как все. Поэтому, мне кажется, есть смысл в этом. На, получил? Стоит он там. Стоит, что-то ждет, непонятно чего. Ха-ха-ха, а я его опередил. Так, он молнии врубил, ребята. Он врубил молнии. На. Будем потихоньку. Будем вот так вот, ребята, издалека его бомбить. Ага, конечно. На. Давай, давай, я жду. Опа. Ну, что? Да-да, конечно. Оп. На-ка, получи. Получи и распишись, гаденыш. Получи еще разок. Главное, осторожность, ребята. Блин, сейчас, ребят, по-моему, доиграюсь. Что он у меня тут отнимет здоровье целую кучу. Блин, блин, блинский. На! Совсем маленько остался, ребят. Эй-эй-эй-эй-эй! Фу! Три звезды, отлично. А мог бы, ребята, и не получить, потому что там осталось совсем мало хп. Ну, да, отлично, уровень получили, 40-й. Соответственно, блин, я вот не знаю, ребята. Электрическое поле. Надо раскачивать, мне кажется. Мне кажется, нужно раскачивать, ребят. Потому что его включил, прыгаешь, он наносит урон. И это для нас очень хорошо. Ну что ж, также мы попробуем, наверное, с вами пройти 47-й уровень тоже на 3 звезды. Дарчер, да, у нас здесь. О-хо-хо. 3000 мощей. Поехали. Так, 83 тысячи, как мы видим, здоровья у него. Попробуем. Так, началось. Началось в России утро. Что, что, что? Тихо, тихо, тихо. Оп. Это, ребят, нам, грубо говоря, повезло, что вот, вот так вот все получилось. На, блин, промахнулись. Как же я боюсь вон их вот этих вот ураганов этих. Торнадо, который он делает. Да что ты прицепился-то ко мне? Отвали от меня. Так, отходим, отходим, отходим от него. Никогда не знаешь, где он эту фигню свою врубит. На. Врубает? Нет, не то. О-о-о-о-о-о-о-о! Прокатился, прокатился, называется, на ураганчике. А шанс-то есть, ребята? Шанс-то есть! Маленький, правда, но есть. Да что такое? Или мне кажется, или действительно что-то подлагивает как-то? В чем проблема-то? Вроде ничего не загружается, ничего не скачивается. В чем проблема-то? Торнадо, да? Нет? Нет, ребята, никакого торнадо. Оп! Тихо ты! Да отойди, ты можешь отойти от него, ё-моё, а? Фу! Ух! Прям на пределе было, ребят. Трясусь за эти 3 звезды, как не знаю, за что, блин. Так, ладно, здесь мы с вами выиграли. Сколько там еще процентов нужно нам? Блин, 97 еще только. Ты что, мне получается, что и вот это надо, и вот это пройти на 3 звезды? Ну, давайте попробуем 49-го. Ой, Пурликс этот. Помним мы, ребята, его скопим. Но если мы с вами, например, активируем 20-процентный... шанс к атаке, я думаю, мы его должны завалить. Ну что, понеслась? Ху-ху-ху, понеслась, конечно же. Да ладно тебе! Да чтоб тебя, ты не припухли, а? На, подбил я его, нет? Не подбил, по-моему, я ни хрена его вообще. Какого лешего он отхил делает себе, а? Кто мне скажет? Ага, на! Лайкает мне здесь еще. На, молнию, ребят, врубил, молнию! Хоп-она, прижучил. Еще надо молнию, ребят, включать. Молния — это у нас все в данный момент. Ну как все? Нет, конечно, не все. Много чего зависит и от меня еще, но... Вот сейчас было хорошо. Я бы даже сказал... тихо, 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 тихо. На-ка. Молнию, ребята, молнию врубаю. Есть! Ха-ха! Вот тебе и Пурликс. Отдыхает он, вот что я вам скажу.
Три звезды. Шикандос. Просто замечательно, ребят. Так, и остается у нас, блин, 49 уровень. 49 уровень. Да нет, я боюсь, хотя, возможно, да. Так, блин, Рутекс. Рутекс, ребята, это у нас ассасин, как мы видим. Черт, была, не была, поехали. Во, сейчас мы сделаем вот так, 20%. Ну, давайте, кто кого. Кто кого. А что я возле прыгаю-то все от него, ребят? Если от него никуда не убежать все равно. От этого гаденыша, блин. Ну, естественно, естественно. Два удара, ребят, и все. И у меня здоровья как будто не было, блин, вообще. Ты достал, ну как его, блин, я не знаю, ребят, как с ним. Ты посмотри, что он творит, а. На. Офигеть, я даже вообще ничего не могу сделать. Нет, я его, конечно, наказал, но это не то, ребят. Сколько? Мы получили одну звезду, да? А, две. Две, конечно же, две. А была одна, по-моему, да? Сколько там? Блин, 98 до сих пор. Ух, ну где-нибудь можно найти их еще, а, ребят, чтобы еще заработать пару звездочек. Неужели все пройдено, а? Так, ребят, у нас сколько? 17 тысяч с вами денег. Я предлагаю, знаете, что сделать? Я предлагаю сходить в магазин и купить не здесь, а купить вот здесь вот, вот эти вот сундучки. Может быть, что-нибудь нам все-таки выпадет. Может быть. Отлично. Видели прекрасно, нам выпал щит. Так, давайте. Мне оружие, конечно, нужно, ребят. Да. Фигня полнейшая, хоть и редкая. Так, деньги еще позволяют? Позволяют. Ну улыбнись, удача. Да чтоб тебя. Редкое меня не устраивает. Мне нужно легендарное, эпическое. Все, что хотите, но только опять редкое. Ну, удача, улыбнется мне сегодня хоть разок-то, а? По-моему, нет, ребята. Ну что, наверное, последний сундучок у нас, ребята, здесь. Ну? Блин, щит. Одни щиты легендарные, причем. А смысл от этого щита, ребят, я не знаю. Ну, дайте оружие хотя бы. Нет. Ничегошеньки мне, ребят, не досталось из этого, что я хотел. Так, магазин, наряды. Ладно. Так, клан. А что у нас по клану? В сети дружеская битва. Клан. Кто-то тут у нас покинул. Покинул. Вступил. Сир-сир. Так, улучшение. А что это за улучшения такие? Это я... Погоди-ка, я что-то не понял. А что это такое, ребят? Сколько вы хотите заплатить? Сегодня можешь пожертвовать... подожди секунду. А что это такое вообще? Это чисто для клана или что? Ну, например, 1000. Ага, 1000. У меня денег, ребят, нет. Что это за фигня такая? Что-то не врублюсь я. Мегасир. Мегасир. Такое ощущение, что ребенок какой-то писал. Может быть, он хотел написать мегасыр. Ладно, не будем, ребята, об этом. Не будем о грустном. Нам надо с вами как-то заработать 2%. 2% всего лишь заработать. Блин, это получается, что вот это я должен пройти на 3 звезды. Так? По-моему, так, ребята. Или же вот этот Колизей. Хорошо, мы сделаем немножко по-другому, ребят. Мы пройдем... Нет, мы не пройдем. И здесь мы тоже не пройдем. Так, давай здесь попробуем. На 2 звезды хотя бы подраться, ребят. На 2 звезды нам нужно. Давайте, опять же, со скидочкой. Точнее, с усилением. Ну что, понеслась? Поехали. На. Я помню, ребята, что этот у нас любитель бросать копья. Твою маковку. Не даем ему, ребята, никакого шанса тут. Вообще не вставать, ничего абсолютно нельзя ему давать. Никакого прохлаждения. Да ладно, как ты умудрился это сделать, скажи-ка мне, а? Как ты умудрился, блин, из стана кидануть свое чертово дебильное, вонючее копье? Вот ты мне скажи, а? Ты, блин, совсем прихренел, я смотрю, блин. Ну, 2 звезды, ребят, хотя получили.
Хотя на самом деле он вообще прихинел в корень просто-напросто. Так, ну что, 99% должно быть, да? 99. Где еще мне получить одну звезду? Где? Кто мне подскажет, а? Вот здесь, что ли, блин? Ну я не могу его победить, ребят, на 3 звезды. Ну хоть ты тут что сделай, не могу и все, блин, не получается. Не выходит ни шиша. Интересно, а я могу, например, свой клан создать? Хотелось бы мне узнать. Обновить, в плане обновить. Так, клан, клановые бои, таблица лидеров, клан. А как, например, мне создать свой клан? Я не знаю, ребят. Странно, а как? Интересно мне. Так, клан. Ну что за загрузка-то тысячелетняя, блин, а? Обновить, естественно, обновить. Выполняется техническое обслуживание сервера. Пожалуйста. Зашибись, ребята. Мы еще на техническое обновление сервера попали. Так. Ну что же, тогда... Ребят, всего лишь одну звезду. Это, блин, все ради сундука, представляете, ребят? Все ради какого-то сундука. Хорошо, я попробую здесь сразиться с этим вороном. Но знаете, что сделаю? Я заплачу... Давайте попробуем 50%. 25... Давай 150. Да, 150, решено, ребят. 3, 2, 1, fight. Поехали. Ну? Мы его будем сегодня побеждать или нет? Да! Мы его ухоркали! Хе-хе-хе! Еще один босс лежит в пыли. Ну это уж точно. Фу, все-таки его закромсал. Ну, пойду теперь смотреть, что нам достанется. Где этот сундук, ребят? Где этот сундук? А, нет, подожди. Прежде чем в сундук, нам нужно еще вот здесь вот подраться. Этот будем забывать. Да понятно. Поехали. Без всяких... О, 112 тысяч хп, ладно, фиг с ним. Фиг с ним. Хоп, поехали, отходим, 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 отходим. О, это же, ребята, опять же у нас ассасинчик. Ассасинчик-лепесинчик, ёп, просоте. На. Знаете, я считаю, что, ребята, это просто читерский какой-то спецудар. Ладно бы он не срабатывал, когда я в прыжке. Но он срабатывает всегда, где бы я ни находился. Он просто срабатывает, и все. И никак не избежать этой участи, блин. Удара с подлого со спины. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай-давай. Докрамсываем, докрамсываем. Есть. Отлично, попал. Под мой меч. Ух. Так. Две звезды, дай фиг с ним, ребят. Здесь звезды не влияют ни на что. Так, ну, открывается у меня. Открывается, и смотрим. Да, ребята, ну, вот это я понимаю. Вот это я понимаю, на 46 уровень мне выпадает легендарный доспех. Ядрен батон, наконец-то. Наконец-то, и что тут дальше? Ох, ребята, а дальше там у нас... А как это, интересно, смотрите, здесь сундук. А потом вот здесь. А как же я, например, должен... Что, я должен сюда пройти, потом как-то вот так, что ли? Хитрое сплетение какое-то. Ну что же. Нас приглашают с вами в Колизей подраться. Там прекрасно знаем, что у нас за босс. Но, понимаете, в чем дело, ребят? Меня не устраивает то, что оружие у меня просто Г. Вот в данный момент у меня оружие Г. И где же это нам можно посмотреть? Это же я помню, что такое, подожди, что это такое? За 309 рублей 550 гемов. Да ну нафиг. Успокойтесь вы. Например, вот. Инвентаризация. Смотрите, ребята, у меня оружие. Нет, оружие в принципе неплохое на 45 уровень. Чтобы его улучшить, сколько? 60 алмазов. И насколько оно улучшится? По-моему, на 1 всего лишь, да? Ну да, на 1. А нафиг нам нужно это? И что оно вообще делает-то в конце концов? Где почитать характеристики? Так, ХП 2%, это что у нас такое? Сократить время перезарядки навыков. Ага, понятно, а это у нас оглушить. 8% всего лишь. И атака
1440. Вы представляете, сколько я должен бомбить врага, у которого 200 тысяч хп? Пипец просто-напросто. Ладно, это, ребята, я продаю весь хлам в обязательном порядке. Продаем все, потому что это нам не нужно, ребят. Это все как бы уже старое. Жалко, нельзя, знаете что, вливать, например, вот эти вот старые броники в свои новые броники и тем самым их усилять. Было бы, конечно, выгоднее. Ну, мы продаем, грубо говоря, за копейки все вот это вот барахло за копейки. За 2 бирюлика, за 300 там голды. Ровным счетом ничего это не дает. Сколько здесь? 60? Ну, 60 алмазов, ребят, ну... Просто мне жалко на это тратить. Ну вот у нас, например, есть с вами деньги, да? Давайте зайдем в клан и посмотрим. А, я не зайду, тут же технические... Технические ядрить его на корень работы идут. Или не идут? Так, вот, улучшение, да? Смотрите, ребята. Я, тем более, один в сети. Вот я хочу, например, улучшить вот это вот, да? Сколько пожертвовать? Подожди, а если мы вот это вот получаем полностью строку, что тогда будет у нас? Слушайте, а это не параметры или клана, а, ребята? Черт. Кто знает, пускай подскажет. Я что-то не могу разобраться, что это за фигня такая. По-моему, это идут клановые, да? Вот эти вот бонусы идут на весь клан. То есть в данный момент у меня в клане идет вот только вот это вот. 6% к атаке. И все. Нафиг, надо, наверное, вылетать с этого клана как можно быстрее. Хорошо. Потому что я так чувствую, далеко не уйду. Ну что, ребят, у нас с вами еще одна попыточка попробовать пройти вот этого босса. Ой, восполним магию. Так, кто у нас здесь? Самурай. Хорошо, давайте в честь этого дела попробуем на 150% усилялке его забомбашить. Ну и если это не получится, то пардончик тогда, ребята, что я могу сказать вам? Не дорос я тогда еще, получается. Не дорос, чтобы драться якобы. Да ед, дрёна вож. Да как же ты, гад, выбиваешь-то? Как же ты? Ну на самом деле достал уже, а? Очень много здоровья у него, очень много. Или просто-напросто у меня слишком слабые атаки. Мне кажется, и то, и другое, блин. И здоровье у него дофига, и атаки мои слабые. Конечно, блин. Ойкает. Хоть где-то мне, блин, повезло, что увернулся я от этого удара, этого... Ты посмотри, он удар за ударом просто делает. Просто удар за ударом делает. Я ничего не могу сделать. Хотя здоровья у него тоже не так уж и много. Ну, вряд ли я, конечно, ребят, смогу его одолеть. Ай, 7000 хп против егоных там, хрен знает, куча целое здоровья. Не-не-не-не-не-не-не. Да, закромсал. Офигеть просто, ребята, это просто офигеть. Несмотря на то, что у меня броня вроде неплохая, все это, он меня заколбасил. Ладно, ребятушки, будем завершать на этом нашу серию, иначе я тут разнесу все к ядрени фени. Слишком меня это все раздражает, вот. И увидимся обязательно с вами уже в следующей серии. Продолжим играть в эту игру. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.